Привет, это будет такой цикл маленьких быстреньких обзорчиков, не знаю, назову их быстрообзор. Быстрый обзор, сокращенно, быстрообзор. Не знаю, как назвать еще, но, в общем, будет такое. И знаете что, популярная в интернете нынче такая тема, как распаковка яиц с сюрпризом, и меня тоже привлекла. Думаю, почему это все делают, а я не могу? Почему все могут, а я не могу? Могу, пожалуйста, яйца с сюрпризом выкатываются, вот они. Чупа-чупс, чупа-чупс, молочный шоколад, и что это? И тут нарисовано у нас, это какие-то чувачки, по-моему, это фиксики. Давайте смотреть, что внутри, ну, не знаю, почему бы и нет, я тоже хочу яйца пообзревать. Ну, обзорщики яиц делают обзоры игрушек, лего и всего остального, а я вот хочу обзоры яиц поделать, ну. Выбирая эти чудесные яйца для обзора, я руководствовался очень важным принципом. Это не вес, это просто то, что было у меня в магазине в ближайшем. Итак, давайте смотреть яйцо. Взвешивать я не буду, у меня весы только напольные такие, знаете, со стрелочкой. Если положить на них яйцо, то она скажет, убери свое яйцо, не ешь его лучше, потом на весы будет стыдно вставать. Вот, но это что, чупа-чупс, молочный шоколад, насколько я знаю, тут... У нас внутри однослойный шоколад. А давайте я попробую. У меня аллергия на шоколад. Помогите кто-нибудь. Помогите. Спасите, пожалуйста. Кто-нибудь. Извините, пошутил. Говорю же, хочу свои обзоры с блэкджеком и странными шутками. Итак, первое у нас. Это бородатый мужичок. Кто это? Я фиксиков не смотрел, не знаю, и мы будем думать, что это дедус. Дедус. Это реально, посмотрите, это дедус. Он прям в центре центровой какой-то дедус. Ничего себе. Посмотрите, мне сразу попался центровой дедус. Класс. Все эти остальные, это его внучата, наверное, а это дедус, главный здесь. Я, в общем, купил себе такую крутящуюся штуку, и все, пусть на ней теперь крутится. Не знаю вообще практически ничего про фиксиков, только вот племянница смотрит, там они что-то ремонтируют, что-то где-то живут в приборах и так далее, и тому подобное, заставляют детей разбирать микроволновки, и дети пытаются найти фиксиков внутри. В общем, фиксики прикольные, на самом деле, выглядят забавно, отечественные, даже вроде тут мультик. И дедус клевый. Ну, не знаю, клевый. За что бы он там не отвечал, он клевый. Может, он отвечает за старую технику. У меня радиола сломалась, почини-ка, дедус. Кто смотрит давно мои обзоры, знает, что мне обычно не везет. И часто попадаются повторки. Не знаю. Возможно, у меня будет сейчас армия дедусов. Шоколадку есть не буду. Уже покушал сегодня. И нет, это не дедус. Это пустая бумажка. Смотрите, ничего не было. Да ладно, вот шучу. Это девочка какая-то со штангой на голове. Смотрите, гантели. Реально, у нее в волосах гантели. Так, ставим на крутящуюся штуку и девочку теперь. Это же девочка. Ну, надеюсь, я очень сильно надеюсь, что это девочка. Потому что ее зовут Шпуля. Ну, опять же, может быть и мальчик. Не знаю, напишите в комментариях. Все эксперты по фиксикам, прошу вас написать в комментариях, девочка это или мальчик, это очень важный вопрос. От него зависит судьба всей планеты. Нет. Шпуля отвечает, было бы тут написано на стикере что-нибудь еще, за что отвечает Шпуля, а то я не знаю, что с нее спрашивать, как бы, Шпуля, ты за что отвечаешь? За шпульки? Знаете вообще, кто самый лучший обзорщик с сюрпризом яиц вообще? Знаете, нет? Нет в русском ютюбе? Ну, знаете, наверное, Kinder Toy Show. Обязательно посмотрите, очень классные позитивные обзоры делает. И стол с шоколадкой уже измазал, выглядит не очень круто. И, в общем, посмотрите обязательно этот канал Kinder Toy Show, классные обзоры. Я даже вот как-то по его примеру последовать решил, ну, не знаю, очень позитивно это делает он все. И думаю, почему бы и нет, и я тоже хочу сделать... Несколько обзорчиков. О, у меня армия шпуль будет. Ну, классно. Ну, ладно, хотя бы дедус был. Возможно, были бы все шпули. Было бы вот тогда бы реально обидно. Но эта шпуля пусть не крутится, пусть просто вот стоит здесь, лежит. Так вот. Следующее яйцо. Давайте закатим в кадр. Давайте попробуем сбить дедуса. Получилось. Страйк. И последнее яичко. И с вероятностью, давайте как Ванга, с вероятностью 50 на 50 мне там попадется еще одна шпуля. Итак. Кто же вылупится из яйца сейчас у нас? Какое существо? Смотрите, ну все фиксики. Вот прикольно, конечно, в киндере, если ты покупаешь что-то из серии, ну, там, какой-то там направленности, то не факт, что это попадется тебе. А тут фиксики, и вот в каждый фиксик
классно. Так что эти чупа-чупсы не такие уж и плохие, хоть и шоколадка у них такси. И это... эта камера у меня не хочет фокусироваться на этом чудике. Кто это? Понимаю, что это тоже женщина с кандибобером на голове из того самого видео, очень на нее похоже. Но на самом деле это Мася. Да. Так что я так понимаю, что Мася тоже девочка. И Мася отвечает, я не знаю, за странные шляпы. Возможно, на мой взгляд, может быть и нет. Итак, давайте всех поставим, пусть все крутятся уже. Вот у нас получилась целая выставка фиксиков, Дедус, Шпуля и Мася. На самом деле классные, классные игрушки. Мультик все хвалят в основном. Ну, те родители, чьи дети пока не разбирают микроволновки и тостеры, все хвалят. А классная... в принципе, идея вот эта вся. И здоровские игрушки, посмотрите, они довольно-таки миленькие, хорошо сделанные. И в каждом яйце был какой-то фиксик. Вот так, вот так. На этом все. Давайте так покажу вам. Смотрите, вот такая штука все это крутит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если вы любите фиксиков и обзоры яиц. Ну, я не знаю, я не буду делать постоянно обзоры яиц, но иногда для развлечения почему бы и нет. Могу ведь. Пока.